Специалисты налоговой службы расскажут о том, кто должен уплачивать налоги на имущество, какие сроки, какие ставки и льготы применяются, а также ответят на другие вопросы граждан по налоговой тематике. Кстати, прямо на месте желающие смогут подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении. Об электронных сервисах ФНС России. В этот же день можно прийти уже как бы с документами на льготы. Если какие-то в уведомлениях какие-то несоответствия, уведомления все получили. Если есть какие-то несоответствия в уведомлениях по имущественным налогам, они в этот день могут прийти по документам. В этот день мы сразу же как бы будем решать вопросы индивидуально с каждым человеком. Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут лекции, семинары по вопросам имущественных налогов и онлайн-сервисов Федеральной налоговой службы России. В пятницу 21 сентября налоговая инспекция будет принимать желающих проконсультироваться с 9 утра до 20:00, в субботу 22 сентября с 9:00 до 18:00.